Вечером вторника в новом квартале Волочаевского городка на улице Подгаева таксист сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Шофер ехал забрать клиента. Он двигался со стороны улицы 1220 километр и сворачивал вглубь жилмассива, в проезд между 6-м и 8-м домами. Вдоль дороги здесь идет тротуар, по которому и шла пятиклассница. Она возвращалась домой из кружка, взрослых поблизости не было. Машина сбила ее, когда школьница была примерно посередине зебры. Пострадавшая была в сознании, говорила, что у нее болит нога. Таксист немедленно вызвал врачей. Ребенка увезли в детскую больницу на улицу Прогрессивную. После обследования стало ясно, что в госпитализации Соня не нуждается. Диагноз – ушиб правого бедра. 31-летний таксист объяснял свою ошибку скверной манерой местных жителей парковать свой транспорт. Машины стоят вдоль обочины даже на повороте, затрудняя обзор. Именно поэтому в правилах движения есть оговорка о том, что парковать транспортное средство можно не ближе 5 метров от границы пешеходного перехода. Взрослого человека из-за корпуса стоящей машины видно, а вот низкорослого ребенка, вовремя заметив в такой ситуации, шансов практически нет. Так или иначе, виновником ДТП автоинспекторы назвали водителя. Он был совершенно трезв и имел все необходимые документы, включая разрешение на перевозку пассажиров и багажа. С места происшествия Юлия Рябцева и Павел Рогатин.